В прошлом году в период распутицы во дворах Ленска передвигались именно так. Даже вездеходы с трудом справлялись со снежными препятствиями. Этой весной проезды очищены, а вот с кучами снега ситуация сложнее. Накопленные во дворах сугробы в период активного таяния превратятся в непреодолимые водные преграды. Управляющие компании должны вывозить снег, но пока этот процесс не запущен. Жители многоквартирных домов платят за этот, за вывоз снега. Так что это исключительно договорные отношения между жителями и управляющей компанией. Мы рычагов давления на управляющую компанию как таковых не имеем, мы не имеем права штрафовать их. На центральных улицах дела обстоят намного лучше. Уже месяц со снегом в городе борется компания «Техносервис». Часть городской территории практически освобождена из снежного покрова. Осталось вывести снежные навалы и почистить дороги в микрорайонах. Ну, на данный момент у нас март месяц закончился. Основные объемы около 15 тысяч кубометров мы вывезли. У нас остались два промежутка которых. Это перекресток Север и Мухтуя, которые еще остатки вывезти, объем снега. Обслуживаем мы город Северный, дальний ближний Чанчик забрали в этом году и Мухтую в этом году забрали. Специально для вывоза снега администрация подготовила полигон. Он расположен недалеко от микрорайона Северный. Это территория площадью 2,3 гектара. Ее должно хватить для складирования городских снежных завалов. Ежедневно машину увозят на полигон тысячи кубометров снега. Задействовано около 7-8 единиц техники. Это в основном тяжелая техника для уборки слякоти, там, накатов и так далее. И самосвалы-погрузчики. Ну, на данный период у нас сейчас основная задача стоит – это противогололедица, посыпка. Очистка снега, ну, так как распутится, это у нас апрель месяц. Весь апрель вывозка, уборка снега будет происходиться. Борьба со снегом в Ленске продолжается. У коммунальщиков неплохие шансы на победу, если работы продолжатся в том же темпе. Очередь за управляющими компаниями. Последуют ли они примеру техносервиса, узнаем совсем скоро. Времени остается все меньше, температуры ползут вверх. Осталось доделать начатую работу до конца и взять реванш за обидные поражения прошлых лет. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край».